Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной объемную поделочку. Необычный стеклянный новогодний шар. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобятся ножницы, клей, цветная бумага, цветной картон. Берем плотный картон, берем любую тарелочку, берем карандаш и обводим нашу тарелочку. Далее берем линеечку и от уголочка нашего картона ведем линию к окружности. Далее берем ножницы. Ножницами мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. Наша заготовочка готова. Берем лист бумаги синего цвета, берем тарелочку, берем карандаш и обводим нашу тарелочку карандашом. Теперь берем ножницы и вырезаем. Теперь берем клей. Мы работаем на клееночке. Наносим клей на всю поверхность нашей заготовки. Приклеиваем нашу заготовку на основании. Из бумаги красного цвета вырезаем нижнюю часть нашей заготовки. Основание готово. Из бумаги зеленого цвета вырезаем две полосочки. Далее складываем их пополам. Далее рисуем елочку. Далее берем ножницы и вырезаем. Из бумаги желтого цвета вырезаем квадрат размером 6 на 6 сантиметров. Далее складываем наш квадрат пополам, затем еще раз пополам. Левый верхний угол тянем вниз, сгибаем, разглаживаем, раскрываем. Левый нижний угол тянем вверх, сгибаем, разглаживаем. Наметили мы точку нашу. Правый верхний угол тянем к точке, сгибаем, разглаживаем. Далее сгибаем. Назад. Теперь левый верхний угол тянем вниз, сгибаем, разглаживаем, складываем нашу заготовку пополам. Далее сгибаем краешек, затем берем ножницы и по намеченной линии отрезаем. Вот что у нас должно получиться. Далее приклеиваем елочку к основанию. Из бумаги белого цвета вырезаем кружочки разных размеров и приклеиваем к основанию. Закончили мы делать нашу поделочку. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!